Здравствуйте, наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала «Просвещение». 18 ноября юбилей отпраздновала Московская медицинская академия имени Сеченова. Вузу исполнилось 255 лет. О других новостях в нашем выпуске. Молодым талантам нужно дать базу для развития их научной деятельности. Такой подход вызвал интерес у представителей САФУ на Соловецких островах. Расширение культурно-образовательного пространства и реализация научно-образовательных проектов станет возможной благодаря открытию научного стационара. Предполагается, что научные помещения будут располагаться в комплексе исторических зданий, где еще во времена СССР располагался военно-морской учебный отряд Северного флота. На базе центра могут быть организованы практики для студентов, тематические площадки и повышение квалификации педагогов. Инициатива поддержана всеми участниками обсуждений. И сейчас ведется разработка путей реализации проекта. Научные открытия совершают не только мужчины. В Москве состоялась 7-я ежегодная церемония вручения национальной стипендии «Лореаль ЮНЕСКО» для женщин в науке. По условиям конкурса соискательницами могут стать женщины-ученые, кандидаты наук в возрасте до 35 лет. При выборе номинанток учитывается научная значимость кандидата, его практическая польза и желание продолжать работу на территории России. Среди победителей Наталья Максимчук за исследование высокоэффективных катализаторов, Мария Гёнинг, она участвовала в разработке высокоэффективной вакцины, работающей против ряда инфекций, и Александра Дубровина за открытие возможности добычи резвератрола из винограда в огромных количествах. Организаторы мероприятия верят, что стипендии помогут молодым женщинам-ученым достичь новых высот в области науки. С 19 ноября на сайте Рособорнадзора можно подать заявку, чтобы получить статус наблюдателя на ЕГЭ-2014 и внести тем самым вклад в дело всеобщего образования и контроля его результатов. Надо отметить, что Минобор уже докладывает о том, что разработан комплекс мер, которые помогут сделать единый госэкзамен абсолютно прозрачным. В числе таких мер усиление информационной безопасности, сокращение и сертификация пунктов проведения экзамена и расширение практики видеонаблюдения. Особую роль отводят и наблюдателям. Повышение общественного контроля, по мнению представителей Минобра, очень важный элемент. И главное, чтобы эта работа не была организована формально. Он рассказал о перспективах астрономии в школах, а ему продемонстрировали физические опыты. Дмитрий Ливанов встретился с учащимися специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета. Музыкальная зарисовка от студенческой телестудии «Твист». Интересно ваше отношение к вопросу открытия или не открытия банка заданий ЕГЭ. По математике несколько тысяч заданий в этом банке, они уже 2 или 3 года открыты. Сейчас мы будем это же делать по всем остальным предметам. Просто по некоторым предметам пока еще нету, значит, самих заданий в достаточном количестве. Сейчас идет активная работа по их подготовке. И как только вот будет там 1000 или 1500, нам методисты скажут, сколько нужно заданий для того, чтобы можно было открыть. Вот, мы тогда обязательно все откроем. Я считаю, что, конечно, школьники должны при подготовке к экзаменам вот, видеть весь этот массив заданий и точно понимать, что обязательно какое-то одно вот из этих нескольких тысяч на экзамене попадется. Мне кажется, это, в общем, правильная система. Будет ли в этом году конкурс аттестатов? И вообще планируется ли введение его? И насколько он будет эффективен? Ну, потому что мы понимаем, что у лицеистов, например, у нас, наверное, средний балл иногда будет пониже аттестата, чем у остальных. Конечно, средний балл аттестата, он в разных школах очень разный. И это, конечно, просто зависит от строгости требований. Да, вот у вас, конечно, он будет, может быть, не очень высокий, но просто потому что требования высокие, которые к детям предъявляются. Хотя в целом дети более талантливы, чем в какой-то другой школе. В 2014 году никаких изменений не будет, и средний балл аттестата учитывать мы не будем. Мы рассматриваем Санкт-Петербург как мировую культурную столицу, мировой культурный центр №1. Это заявление сделал министр культуры России Владимир Мединский во время заседания Оргкомитета Международного культурного форума. Он начнет свою работу в северной столице 2 декабря. А вот о том, что происходит в Петербурге сейчас, нам расскажут представители общественной организации «МИР». Коллеги, вам слово. Расскажем в самых ярких красках, без сомнений. С вами Владимир Нац, и это «М-блок».
А теперь модный сюжет про самое модное мероприятие Петербурга от эксперта моды Евгения Пуронина. Один раз в год Санкт-Петербург становится модной площадкой для воплощения в жизнь самых креативных дизайнерских идей и открытия новых имен. В этом году 19-й международный конкурс «Адмиралтейская игла» проходил в стенах Петербургского университета технологии и дизайна. В нем приняли участие дизайнеры из России, Украины, Италии, Японии, Великобритании и многих других стран. Наш конкурс доказывает то, что мы держим марку справедливого конкурса, поскольку в этом году гран-при конкурса завоевала коллекция из Харькова, с Украины, и девочки плакали, потому что они не ожидали, что выиграют гран-при 10 тысяч евро. Так что у нас очень честное судейство и очень высокий уровень конкурсантов. Кульминацией недельной программы конкурса стал показ в самом сердце города, под сводами Петропавловской крепости. Здесь лучшие дизайнеры продемонстрировали публике свои последние коллекции. Победители получили дипломы, фирменные призы конкурса и подарки. Но самой значимой наградой для них стали стажировки в университетах моды европейских стран и модных домах знаменитых дизайнеров. Кроме того, победители и лауреаты конкурса получили возможность в течение года представлять Адмиралтейскую иглу и свои коллекции одежды на выставках и показах по всему миру. Евгений Пуронин, Даниил Захаркин, 1М. Иногда хочется вернуться обратно, за любимую старую парту, на любимый урок, ну, географии, например, и сказать своим учителям спасибо. Спасибо за те бесценные моменты, которые навсегда останутся в нашей памяти. Школу, в которой мы учились, мы будем помнить и любить всю жизнь. Ведь здесь было все настоящее. Друзья, лучшие наставники, первая любовь. Поздравить родную 156-ю школу с юбилеем приехали выпускники всех 45 лет ее существования. Особо эффектным выглядело поздравление тех выпускников, которые вернулись преподавать в родную школу. Многочисленный молодой коллектив подтвердит, что школа с уклоном изучения информатики идет в ногу со временем. Помимо современных технологий, возрастной разрыв между учителями и учениками сокращается. Глядя на нас, более взрослые, так скажем, наши коллеги, они тоже стараются не отставать, иногда нам фору дают даже. Но, в общем-то, жизнь кипит, и, как мне кажется, все быстрее и быстрее все происходит. Молодые учителя поздравили школу с современной песней о своей нелегкой профессии. Свое слово сказали и родители, и дети, и выпускники, и директор. Такой домашний дружный капустник дарит надежду, что школа 156 приютит под своей крышей не одно поколение жаждущих знаний ребят. С днем рождения, школа, и желаю тебе счастья, здоровья, чтобы у тебя все было хорошо. Анна Балахонцева, Кирилл Елагин. Специально для 1М. О том, о чем занимаются дома молодежи и насколько важна их роль в жизни молодежи России, нам расскажет Анна Балахонцева в своем сюжете. В главном доме молодежи Санкт-Петербурга прошел фестиваль домов молодежи из разных районов. Здесь было презентовано 26 проектов, и только 10 были отмечены жюри и награждены ценными призами. Главное, что впервые о работе домов молодежи узнали все желающие. Проводился только фестиваль подростково-молодежных центров, подростково-молодежных клубов, а наши дома молодежи оставались в тени. Районные дома молодежи – это центры бесплатного обучения творческим навыкам, центры, от имени которых немного проще реализовать свои проекты. Так, например, воплотил свою идею историко-патриотической игры «Великая история» заведующий отделом патриотического воспитания Дома молодежи Приморского района. Две команды спорят на одну историческую тему. К примеру, у нас играли ребята «Переход Суворова через Альпы». И нужно было предложить свой вариант события. Вообще, тема знания собственной истории оказалась очень востребованной на фестивале. Первое место получил проект «Реконструкция», организующий масштабные исторические шоу. Анна Балахонцева, Даниил Захаркин. Специально для 1М. Все самое интересное о жизни молодежи Петербурга смотрите в каждом выпуске М-Блок. А пока, пока. С вами был Владимир Нац. Гармонии во всем. Спасибо, мир. Ну и напоследок новости науки. Объединение ученых из Великобритании, Канады и Германии удалось в течение 39 минут удерживать атомы фосфора в состоянии квантовой суперпозиции при комнатной температуре. Один такой атом позволяет сделать 2 миллиона вычислительных операций на квантовых компьютерах. Этот факт приближает вероятность использования таких устройств в домашних условиях уже в ближайшем будущем. О новых научных открытиях мы расскажем, когда наступит наше время.